Всем привет, с вами Денечка. Интересная Камри в 30-м кузове, в таком довольно-таки очень хорошем техническом состоянии. Встретила сегодня на авторынке. Автомобиль 2003 года в максимальной комплектации. Комплектация XLE. Стоит она 3 миллиона 950 тысяч. Но она прям очень хорошо выглядит. Либо ее хорошо подготовили, либо ее хорошо эксплуатировали. Кожаный салон, кнопочки такие получаются даже не затертые, без погрешностей. Реально, скорее всего, ее очень бережно эксплуатировали. Климат-контроль, кожаный салон. Причем кожа здесь видно, что ее не красили не так давно, то есть ее не обновляли. Бывает, когда ее прям свежий делают, обновляют, прям видно. А здесь она такая чуть-чуть потертая, видно, что она эксплуатировалась. Соответственно, хорошая бережная эксплуатация данной машины. Ну и цена, правда, великовато. Второй ряд сидений. Вот здесь ручка чуть обрезала, я бы поменять для большего эффекта, чтобы не портило вид. Кожаный салон. И тоже такой. Видимо, ее эксплуатировали, когда с чехлами, что кожа не потерта. Тут даже есть шильдики, которые пропечатан ВИН-код. Ну, говорит о целостной детали. Также на дверях. Слушайте, прям вообще хорошая камрюшка. И комплектация хорошая, и цвет там хороший, нарядный. И дисочки. Ну, дисочки лучше, наверное, конечно, оригинальные тойотовские поставить. Тем не менее, тоже неплохие. Здесь у нас тоже идет шильдик. Двери родные. Здесь тоже родные. Слушайте, в таком состоянии сейчас довольно-таки сложно найти машину. Редко бывает, что прям с заводскими деталями. Вот тут, видимо, красилась, да, она освежалась тут. Немножко потертости краски. Ну, зато все круто. Здесь пленочка. Ну, это как бы свидетельствует, что деталь родная. Скорее всего, была какая-то косметическая часть. По косметике ее освежали. Тоже родной шильдик. Ну, это прям здорово. Двери все родные, стекла родные. И состояние неплохое. Даже получается здесь выгравировка ВИН-кодов на каждом стекле. Это тоже такая чисто фишка американская. Лобовое оригинальное. Ну и под капотом немножко двигатель 2.4, тоже один из самых распространенных в этих машинах. Капот, кажется, да, кстати, тоже оригинальное. Здесь у нас герметик идет, ВИН-код, штрих. Слушайте, прям хорошая камруха. Такие машины встречаются редко. Это у нас американец. Самый топ, конечно, еще круче, если бы она была европейской сборки. Ну и подкапотное пространство, в принципе, тут ни лонжерона, ничего не бито вроде. Даже радиатор такой целенький. Болтики все. Ну и, в общем, кому очень сильно прям интересно, здесь вот, номер телефона не указан. Но это вот прям как раз косяк этим хозяевам. Вот здесь тоже штрих-код. Машина, вот, шильдик. Хорошая камбрюха, прям вообще классная. Ну и вот, те, кто машину продает, как важно указывать номер телефона. Если бы указали номер телефона, я бы сейчас показал в видео. Но так, к сожалению, никто этого не увидит. Но в целом машина очень хорошая.